ВСП. Крыльев легионеры. Уходит на разминку. Браво, Сергей Володин. Тем временем тяжелейший сейв после удара Вадима Бокача. И травма там небольшая у Володина. Возможно, просто песок. Нет, не песок. Здесь похоже, что-то с грудной клеткой. У Володина очень классное спасение. Зрелищное. В прыжке, в полете здесь отбивает Володин. Успевает. Видите, как здорово Букач поймал момент, когда мяч находился на кочке. Именно тогда пробил. Посмотрите, вот мяч. Оп!